Доброе утро, мои любимые. Доброе, прекрасное утро. Хотя, наверное, уже не утро, время уже, знаете, сколько. Одиннадцать пятьдесят четыре. Так что у меня далеко уже не утро. Но я уснула часов в 6 утра, поэтому для меня, мои любимые, утро. Итак, 26 октября, суббота. Не забудьте поздравить. Сейчас, кого тут не видно. Валериана. Господи, где ж мы его найдем? Илью, Петра, Стефана. Ну и Степана заодно. Праздника никакого не написали. Какая-то музыка играет на улице. Пойдемте посмотрим, что там происходит. Я не ела, еще попила водички. Хотела банку забрать, выкинуть. А я ее вынесла. Все, пойдемте. Вот я ее вынесла сюда, банку. А я ее в комнате искала. Все, можно не шептать. Опять пахнет хачапури. У меня в комнате как будто самый грузинский ресторан. Вот реально с утра до вечера у меня пахнет, а потом вечером, когда они это самое начинают там все это мыть, у меня пахнет вот этими какими-то цветочными средствами, непонятно чем. О, что я там увидела, смотрите. Целый клубок. Клубок. Вот в Ливане я такого много видела, а здесь в Питере для меня это как-то... Ну, хотя... Ладно, пойдемте. Пахнет хачапури. Да потому что я кушать хочу, поэтому мне так пахнет сильно. Красота. Вот не знаю, почему я начала на этот телефон снимать. Надо было на тот... чтобы вам прочитать свой стих, который я утром написала. Ну ладно, прогуляемся, потом начну тут снимать, прочитаю. Как у меня есть видео про маленькую девочку, которая танцует под арабскую музыку. И она говорит маме: похлопай. Боже, какая красота. Обещают сегодня 22 градуса. Вот, она маме говорит: похлопай. А мама говорит: доченька, ну я не могу, я же тебя снимаю, у меня ручки заняты. А она говорит: ну поснимаешь и похлопай. В общем, девочка очень быстро находит решение. У нее такой тонкий ум. Просто красота. Вот, мои любимые. На улице реально жарко. Сейчас я посмотрела 19 градусов в гугле. А обещают 22. Завтра обещают тоже что-то около того. А в понедельник попрохладнее. Боже, как классно. Смотрите, какое все солнечное. Машин нету. Просто сказка. Просто сказка. Тут кто-то болтает. А, девушка по телефону прямо над головой у меня. Там вон этот ходит, который на Лютика похож. Помните? Кисунечка моя. Лялечек возит. В общем, жизнь продолжается. Я Лялечка смотрела. Привет! Привет, клон Лютика. Видно, что это девочка. Хотя не факт. Ладно, мои родные, пойдемте куда-нибудь прогуляемся. Вот почему я пошла в эту сторону, а не в ту. Может быть, хотела в ту? Я ж не знаю. Давайте в ту. Вот так вот у меня все непредсказуемо. Я тут смотрела, вчера снимали видео, кино на камеру, на огромную, телевизионную, профессиональную. И я видела, как там чувак стоял с микрофоном, с огромным, и с записями. Там у него целые эти самые
Кисуня, привет! Беременная кошечка пошла. Хорошая примета, очень. Тут тоже вот все ремонтируют. Девушка кричит на весь Веленский переулок. Какие-то у нее очень важные дела. Я тоже, наверное, кричу на весь Веленский переулок. Смотрите, какое тут солнышко. Что я вам рассказывала, уже забыла. Ладно, не важно. Мне вот многие пишут, вас как она лялечку встречает бабушка. Смешнючие. Хорошенькие. Тут везде как и маляки. Я уже показывала. Непонятно почему. А, мне пишут, пишите. Ириш, если ты не будешь смотреть мои видео, то мы тоже не будем смотреть твои видео. Ну, мои родные, я правда не успеваю. Те, на кого я подписана, значит, мне нравятся ваши видео. Просто у меня, правда, практически не хватает времени. Как только оно появится, я все смотрю. И я уверяю вас, не потому, что вы смотрите мои, а просто мне нравятся ваши видео. И все. А писать мне... Если ты не будешь смотреть, то и я не буду. Получается, вы себя заставляете и смотрите мои только потому, что я смотрю ваши. Это не ко мне. Люблю вас, если вам не нравятся мои видео, то лучше не заставлять себя. Так что, мои любимые, вспомнила фильм «Матрица». Помните, там в красном платье такая блондинка шла? Вот у меня тоже что-то похожее. Ветер, наверное, не слышно, что я болтаю. Так что, мои любимые, делайте, что чувствуете, что вам нравится, что вы хотите. Не потому, что кто-то вам сделал хорошо, вы делаете хорошо. А делайте хорошо только, когда вы чувствуете, что хотите это делать. Потому что, когда это искусственно натянуто, наш мир превращается в картонные коробки и в роботов. Пусть он будет живой. Как в этом мир. Жестокого Запада, или как он называется? Забыла сериал, что я смотрю, я вам говорила уже. Вот там есть такой момент, когда Хопкинс говорит, что ошибка создала жизнь на Земле, ну и везде. Так что, мои любимые, ошибайтесь. Не бойтесь ошибаться. Какое там солнышко, боже. Смотри, какая красота. На-на-на-на-на-на-на-на-на. На-н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 а. Суббота, мои родные. Как же оно сверкает. Как будто оно меня, знаете, как колокольчик Будды будет или возвращает в свой настоящий дом. Вот я когда вижу солнечный свет, у меня сразу же идет, так знаете, как воспоминание меня настоящий, что ли. Хотя мне все говорят, что ты и так настоящая. Ну вот когда что-то, какие-то моменты, как будто, знаете, так, моменты пробуждения. Дышит в горлышке от запаха машины. Но это тоже. Тоже матрица. Он дает мне информацию о том, что есть машина. А ничего нет, кроме битвы. Возьмите прошивку. Дэш. Так. Ауди снова. И все сразу. Собачку держит. Пойдем собачку снимаем. Что-то вам рассказывала и забыла. Что-то такое важное. Если забыла, значит, не надо.
мылась ночью. Мне было жарко, я вчера 3 раза мылась. Утром мылась, почистила зубы и пошла. И попила водички. Так, тык, тык, как в блокадном Ленинграде. Слышите? А, уже все. Не знаю, слышали вы или нет. Это я не про девушку, про собачку. Вон там голубочки. Может, у меня есть этот самый? Давайте посмотрим. Вдруг у меня есть батончик. Сейчас я на паузу поставлю, чтобы вы не ждали. Нашла батончик, уже бегут. Привет! Ты прям знаешь, да, такой умный, знаешь, что я батончик нашла. Иди. Такой большой раскрошился. Сейчас я его раскрошу еще. Давай. Ну, давай. Давай, мое солнышко. Иди кушай. Иди, не бойся, я отойду подальше. Подальше. Какие они хорошенькие, вы не представляете. Просто песня. Какая машина. Я такую всегда хотела. Вот до того, как захотела Audi, всегда хотела такую. Я видела, что у меня свое ранчо, что ли, или как это называется у нас. Свой загородный дом. Во. А там сколько их сидит. Смотрите. Вперед. Я им туда кину. Я прям как этот сеятель. Кушайте, мои солнышки, кушайте. Отойду, они боятся подходить, потому что я стою. Все. Мои волосы. А там дядька какой идет. Смешно вообще. Сейчас покажу вам его. Ну все, показала. Не хочется его смущать. Я вообще в таких штанах, в легких плёвках, потому что на улице сейчас, правда, градусов 20. Переход через улицу Некрасова. Вот переход у нас разрешен. Ух ты. Здрасте. Какие девушки у нас ходят. А мне всегда в детстве говорили, что у меня африканские корни. А сейчас я понимаю, что у меня все корни. И африканские. И мексиканские, и все. И вот такие корни. Вон наша Италия. Красота. Уже долго снимаю вам. Давайте прощаться. Приду сейчас вверх. Буду читать свой стих на новый телефончик. Поснимаю там другой цвет. Другая глубина, ощущение. Ну, захотелось вам так передать. Атмосферу утра. Вон там солнышко, смотрите, какое. Красота. Мне мои друзья говорят: Ириш, ты иногда как блаженная. Я говорю, почему иногда? И почему ты тоже не такой же или не такая же? Потому что мы все свет Бога. Так что я не вижу разницы между собой и еще кем-то. Вот девушка идет. Это тоже я. И вот это тоже я. И вот это тоже я. Так что нет разницы, мои родные. И вот это тоже я. Чего я вам там наболтала, не знаю. Пока. Я пришла в сквер. Хочу сейчас поснимать на этот, на новый телефончик. Люблю вас, мои родные. Очень-очень. Пока-пока.